Дорогие слушатели, сегодняшний специальный показ фильма «Где ты, Адам?» предваряется небольшим концертом с новой программой ансамбля «Хронос», с программой песнопений в честь праздника Сретения Господня. Подобные концерты бывают очень редко, поэтому сегодня очень многие произведения будут исполняться впервые. Мы не постесняемся сказать, как есть, сегодня будет несколько мировых премьер. Наше выступление длится примерно 30 минут. Оно делится на две части. Первая половина нашей программы очень созвучна предстоящему фильму. Это музыка византийской традиции, музыка греческих композиторов. И мы начинаем концерт со стихиры, написанной величайшим композитором позднего XIX века. Это афонский композитор Петр Филонфидис, его стихира «На руках старческих». В дальнейшем эта стихира будет повторяться в традиции древнерусского многоголосия, как звучала эта музыка во времена Ивана Грозного и Алексея Михайловича. Также мы исполним другие песнопения византийской традиции. Для вас прозвучит соло на армянском дудуке. Вместе с многоголосием строчного стиля вы услышите величание Сретению Господню Деместиного распева, и наша программа завершится несколькими песнопениями Петровской эпохи. Это музыка государевых певчих дьяков, которые непосредственно работали на Петра I, создавая гениальные обработки знаменного распева. В этом стиле вы услышите еще несколько стихир в честь Сретения Господня. Итак, мы начинаем наш концерт византийской музыкой на Сретение. На руках старческих во днешний день. Yeah.
воскресение. Ана, ана, аксионе стиноса лифос макаризин са. Oh.
наша греческая, византийская часть программы закончится особенно красивым песнопением. Я сам несколько раз слышал это вживую, как оно пелось и на Афоне, и в Афинах, когда я был в Греции, изучал византийское пение. Это песнопение «Утреннее сретение Господне», припевы 9-й песни канона. Мы исполняем это песнопение антифонно вместе с Алисой. Теперь прозвучит древнерусское многоголосие 16-17 веков, строчное и демественное. Yeah.
Слышите две стихиры на Сретение Господне, обработка знаменного распева, выполненная Государевыми Петровскими диаками. Дальше прозвучит еще одна стихира, мы ее исполним сначала как знаменный распев, так как эта музыка звучала в 16-17 веке, вслед за чем снова прозвучит многоголосная обработка этой музыки. И концерт закончится величанием Сретению Господне в таком же в стиле петровского барокко, только будет обработка греческого распева. Таким образом, мы замыкаем нашу программу византийской музыкой в уже русской барочной обработке времен Петра. Глава